ресепшн небольшой. Дальше коридор и три изолированных кабинета. Раз кабинет большой с кондиционером, с окнами светлые очень. Два кабинета тоже большой с кондиционером. И третий кабинет, он немножко поменьше. Кабинет руководства. Есть санузел, есть мини-кухня. Вот такой офис, 77 квадратных метров, с отдельным входом с улицы, круглосуточный доступ в центре района Ленинской площади.